С Батега играет Порту. И большими силами Бате обороняется, но очень легко эту оборону проходит португальская команда. И первый вот такой вот, ну, очень пока прикидочный удар по воротам гостей. Черник. А вот смотрите-ка, и сразу же повторная атака, и вот 1-0. Пожалуйста. Это первый гол в сегодняшнем дне. Как ты, Денис, обещал, должно быть много голов. Но мы, наверное, не этот гол имели в виду вот так сразу. Как? Какая разница? Хотя Брейми. Сложно сказать, какой мы имели в виду. Да, Брейми забивает, и видите, как сам момент у нас скрылся повтором. Там вот, вот как. Ой-ой-ой, Черник, дружище. Да, это что, что наделал-то? Это практически как вот... Здесь может быть какой-то прессинг. Нет, не случается. И здесь Хабуш бежит, оглядывается, он ушел вперед. А вот Брейми на его позиции как раз поставил корпус. Летит дальше, дальше, дальше. Уже штрафная. Брейми, 2-0. Ух ты! Бильярдный удар, но вот это было похоже на римские атаки римской Ромы. То есть вот человек сколько пробежал, да? Человек пробежал, да. 60 Брейми, спокойно. Брейми просто лучше, кажется, в составе. На Порту сегодня. Не, ну, пожалуй, что Рома играет больше в пас. В этой форме, судья, вообще фантастически смотрится. Вчера обсмеялись. Да скорее болельщикам я более-менее становится понятно. Ну да, здесь Порту играет не так легко, кстати, все равно атаки проходят. Вот как-то удается плотнее обороняться, но очень много помарок, ошибок, нелепости. И вот еще одна. И, наконец-то, Мартинес делает то, что он еще хотел сделать, видимо, с первой минуты, потому что тут уже все вокруг забили. Угу. А он же нападающий центральный. И вот его работа. Вот Джексон его... Мартинес, 3-0, вот и... Говорил о том, что Бате бьется, в отличие от ЦСКА, и смотри, как держится. Сейчас ЦСКА вполне может быть Бате догонит. Осталось-то чуть-чуть. Нам только за этим соревнованием, по-моему, остается следить. Вот что касается дел. И наблюдаем за Порту. Порту. Порту бьет воротом Бате, и 4-0. Догоняет. Нет, не догоняет. Мы все-таки впереди на один гол. Мы на один гол впереди. Подожди, но это же гол, который делает нас хуже чемпионом Беларуси. Я смотрю с точки зрения интертеймента, прости за выражение. Да, конечно, это сомнительный интертеймент, конечно. Ну а что еще остается делать? Ясин Брейми забивает третий гол, между прочим, сегодня. Хет-трик человек. Да, кстати, хет-трик. Брейми сегодня превосходен, бесподобен. Он практически один, как вся Рома. Сегодня... Как Жервиньо? Почему? Жервиньо там тоже ему остался. Арбитр, похоже, на... Нет, не показывает на точку. Нет никого пенальти. Удар. Еще один. И еще один удар. Ну вот, не назначили 11-метровый, так мы забьем с игры. Так решили португальцы и поравнялись с Ромой. Да. Я, мы или мы с ЦСКА. Или мы с ЦСКА, да. Или Бате. Бате с ЦСКА. ЦСКА. С нами. Мы с ними, они с нами. Да, сегодня у нас, конечно, битва идет двух чемпионатов соседних стран, просто не на жизнь, а на смерть. Порту нам пытается своими атаками показать, что это не предел. И... Пять человек вокруг одного. И это не предел, да, действительно. Это не предел. Ну вот, кошмар. Если все-таки мы не интертеймент твой берем внимание, то мы чемпионат Португалии только что обскакали. Это Абубакар, который вышел вместо Мартинеса. Сам Винсент, камерунец. 22 года, но по лицу все 29. Винсент Абубакар. Здоровенный нападающий.